Здравствуйте, меня зовут Надежда Рыжова. В следующей лекции мы с вами поговорим об особенностях закупки товаров при выполнении работ или оказании услуг. Какие требования к таким товарам может установить заказчик? Откуда участник узнает о таких требованиях? Как установить национальный режим? Как описать такие товары при описании объекта закупки? Смотрите на видеоконсультант.